что для многих даже развод, то есть как будто вот сейчас мы разведемся и начнем по новой. Вот сейчас мы разведемся, и наша жизнь совместная заиграет новыми красками, то есть не будет каких-то там претензий, еще чего-то. То есть, ну, я сталкивался с тем и в консультациях, и на обучении, что часто люди живут в некой иллюзии. И я хочу сказать от себя, что очень важно, если вы приняли решение, как ты сказал, закончить отношения, их нужно действительно закончить.